Таким образом, в регионе на сегодняшний день 19 человек с подтвержденным диагнозом. Круг контактных лиц, по словам специалистов Роспотребнадзора, определен. Жители взяты под медицинское наблюдение. Таких в округе уже около 8 тысяч. Уже с 21 февраля лабораториями Центра гигиены и эпидемиологии отработано более 6 тысяч исследований от 5 тысяч человек. И в ближайшее время будет увеличено количество рабочих мест по исследованию клинического материала от пациентов. В то же время стало больше тех, кто выздоровел. Пока это всего 3 человека. Последний житель Сургута, который был госпитализирован еще 20 марта.